ты ж ё-моё, как громко. Hey, yo, guys, с вами Шмики, сегодня мы поиграем в игру, которая называется Boris and Dark Survival. Симфония Shadows, о тени. Ну что, давайте тогда, думаю, начнем. Это о чем я вам рассказывал. Однажды один волк, русского нету, забывайте, жил в очень мире, в жестоком мире. Выживал он каждый всегда. Он что-то там. И он прятался от чернильного демона. Он за ним охотился. Чернильный демон. Хантер. Как вы помните, я говорил, что игра, скорее всего, выйдет Shift тратит у нас... Ладно, давайте, что у нас вообще есть? Во-первых, вид сверху. Слева у нас будут предметы, справа у нас энергия. Это банка. Кофейные аппараты, чтобы заполнить энергию. Ну, а вот это у нас, ну, как и обычно, место для пряток. Лифт нам нужен для того, чтобы отправиться в студию. Как вы помните, я вам рассказывал, что игра эта довольно скучная, поэтому, скорее всего, я выпущу просто одну серию и хватит на этом. Добавлю просто в коротенько, либо в индишатину. Потому что игра, в принципе, однообразна. День первый. Level E. Вантус, Вантус, Вантус. Книга. Шестерня. Начну с самого такого. Чернильный демон. Как вы поняли, только он будет за нами охотиться. А, здесь еще есть мини-игры, точно. Вспомнил. Сейчас вы их увидите, узрите. Запомните, предметы, которые самые близкие, их лучше не брать. Анимация довольно долгая. Если чернильный демон за мной побежит, запомните, Shift вам поможет, пока он не закончится. Вот, мы должны искать, в принципе, такие кусочки. Сейчас, подождите. Так. А, в принципе, мышка мне не нужна. Здесь хорошо то, что... Хотя, блин, что тут хорошего? Так, книга. Нам необходимая. You found... Я нашел... записки. Понятное дело, что здесь ни субтитров, ничего. Так, ладно, давайте кофе выпью. Так, ложка мне нужна и... О. На обратном пути заберем. О, Бенди. То есть Борис. Хоп-хоп-хоп. И смотрите, когда мы просто берем последний предмет. О, демон. Видите, демон вышел. Но когда мы берем последний предмет, он всегда знает, где мы находимся. Он всегда бежит к нам. Здесь, в принципе, можно походить. Давайте еще раз бег сделаем. День второй. Level D.
Просто эти предметы оставляем здесь. Здесь очень много мест с тупиками. Очень много мест. Все, охота началась. Вот, я в тупике. Все. И когда он идет в вашу сторону, он от нас не отстанет, пока мы не прибежим в сейф-машину. В начале всегда она есть. Вот видите, я даже не в черном пятне, но она заметил. Все, мы просто свалим. Так, ладно, я сейчас кофейку бахну. И главное, он ходит всегда там, где мы ходим. Хорошо, что здесь хотя бы нет анимации, что он моментально залазит. Видите, так как там предметы, он ходит там. Ну а, хотя бы стены помогают. Все, осталось два предмета. Все. Готово. То есть, видите, он не покидает того места, где находятся предметы. Мне бесит стамина здесь. Зачем здесь она нужна? Я хочу просто побегать, показать вам, что здесь вообще есть. Что мы находим? Мы с вами можем найти танцы. То есть, Борис танцует. Здесь есть стенка. Но здесь мы, как вы поняли, собираем рисунок, который был тогда у Бориса. Изначальной игре. Вы помните, мы тогда видели. Так, сейчас желательно бахнуть кофеечку, потому что забег будет сейчас долгий. Вниз, имею в виду. Или куда там, не помню. Есть кубик. Но что в нем, непонятно. Потому что оно не открывается. Есть вот такая стенка непонятная. Здесь у нас все аудио... По идее, аудио, которое мы должны были находить. Но оно пустое. Почему фиг его знает? Есть секретный ящик. Но... Нужны какие-то ключи. Здесь есть автор. Он типа постоянно меняет свое местоположение. В основном здесь тусуется либо здесь, либо в той стороне, около картинок. И просто комментирует. Так, туалет. Здесь свечи надо.
Мне просто интересно, что будет, что если собрать все. Но, как вы понимаете, я должен идеально исследовать любые закоулочки. Тоже танцы. Шманцы. Ну, в принципе, все, здесь больше такого ничего нету. Вот, интересно только, что тут в ящике. Единственное, что интересно, и коробка. Коробка с секретом. Демона на самом деле тоже можно обмануть, обижать его. Но я говорю, если левел 56, если у вас... Это что? С другой стороны, можем просто все пробежать, посмотреть, где здесь что. А, все, он тут идет. О, все, тупик, плюс один. И вы видите, он идет куда? Правильно, сюда. Вот, видите, он нас догонит по-любому, если у нас нету с вами скорости. Я просто проверил, если на пятне он меня увидит. Так дело, понимаете, если он только замечал, когда я на пятне, тогда было бы нормально. А так он меня замечает, даже когда я не на пятне. Здесь тоже вот такие вот моменты интересные очень. Беговые моменты. С одной стороны, понимаете, если была бы карта, хотя, чтобы узнать, где тупик, то что ты очень можешь нормально в тупик забежать. Потом откуда у тебя скорости не хватит убежать. А у меня такое же было. В какой-то степени я знаю, о чем я говорю. Заметьте, это первый предмет из всех. Я не знаю, какой у него, да, какая у него дальность. Все, он за мной идет. Ладно, на обратном пути схвачу это. Ну тоже. Вантус ложка. И два предмета здесь. Вопрос, а где кость? Здесь получается. Все-таки где-то была. Вот, как вы понимаете, он к нам идет. Вот сердцебиение, я говорю, если бы было так, что... Ага, это здоровые
вагончик, да? Ладно. Ну, если он сюда идет. Я очень удивлен, что он не пошел ко мне. Вот, видите, все, он знает, где я. Он знает, где я. Он всегда будет за мной бежать. Зачем я сюда спрятался? Вот я дурак. Я мог бы сразу в лифт побежать. Я не знаю, сколько здесь уровней, но здесь только чернильный демон за нами охотится. Ложка Вантус, все здесь. Ага. Я говорю, главное, чтобы не было в игре тупиков. Скорость. То есть я должен, по мнению создателей, просто ходить. Даже не бегать, просто идти. Да, сейф-комнат здесь много, но... Зачем их так много, если... Ты думаешь, бегать или не бегать? Вот, допустим, я сюда прошел. Зачем? Мы здесь хоть что-то нашли? Нет. Вообще ничего. Количество объектов всегда одно и то же. Но хотя бы, видите, оно через стену подсвечивается. А, на всякий случай. Так, он поверху ходит. Вот, видите, вот тупик, допустим. За вот такие вот, я говорю, проходы. Так, два предмета здесь, запомнил. Так, иди, короче, вниз, мы пойдем наверх. Не, если бы здесь, конечно, было, как забагать скорость, тогда, я думаю, проблем бы вообще не было. Ну, мне кажется, здесь уровней не так уж много на самом деле.
А заметьте, он кость держит в зубах. Подожди, он все у себя держит? Мы уехали. Я еще на самом деле не попадался, но я не знаю, что будет, если я попадусь. Так, круговая комната. Ну, знаете, блин, вот тоже дохера комнат, но и дохера тупиков. И снова же, я говорю за энергии. Было бы энергии бесконечно, да, разговоров бы не было. Главное, чтобы этот чернильный демон сам не потерялся. А не, он с Костей постоянно, походу, ходит. Да, потом главное, чтобы я вспомнил дорогу, как сюда бежать. Так, эта дорога зациклированная была та. Так, сейф комната. Осталась только магнитола. Только магнитола осталась. Не, это плохо. О, подожди. Я забыл, что в Борисах тоже лазить можно. Я забыл про это. Так, мне бы кофеечный аппарат найти на самом деле. Давайте думать. А мы внизу не были, да, еще? Ладно, отсюда как раз и побежим. Да. А, так я успеваю. Хотя здесь, возможно, даже 10 уровней, если... А ну-ка. Один этот мы нашли. А, мы еще ни одного ключа не нашли. Monsters here. Things I can't even describe.
Ну что, давайте тогда еще последний. И буду заканчивать проходить эту игру. День шестой. О, подожди, что-то новое. Ага, я просто замедляюсь. Беру свои слова обратно. Здесь есть какое-то разнообразие все-таки. Ну только видите, у чернильного демона радиус есть. А у этого радиуса нету. А, стоп. Мы здесь сердца собираем. Как я понимаю, тупиковые места здесь тоже есть, да? Он очень близко. Понимаете, его фонарь не видно из-за моего фонаря. Бля, можно кофейный аппарат, пожалуйста? Так, сердце. О, я что-то открыл. Новый поисковой предмет. Так, запомни, если что, сюда я приду. Он здесь тоже по кругу просто ходит? Тихо, назад. Ну ладно, его хотя бы можно обойти. Как-никак. Снова сейф комната. Стоп, здесь я был. А мне скорость больше не дают. Кофейников нету. Я то сердце не хочу брать пока что. То есть, понимаете, они мне предлагали все это время просто ходить. О, беру слова обратно. Чего он оттуда взялся? Но он довольно быстро двигается. Хотя, мне кажется, он также двигается. У них все идентично с демоном. Не-не-не,
я рисковать не собираюсь. Я рисковать не собираюсь. Еще два сердца. Мне бы найти. Окей. Где еще одно? Так, ну справа только одно сердце. Но он уходит вверх, значит наверху сердце. Вправо мы не ходили наверх. Наверх и вправо. Эти стены очень сильно помогают. Вот он идет туда. А, чтоб он обратно не пришел. И направо теперь. Вот оно. Стоп, а не его или я тогда нашел? Мне срочно нужен кофейный аппарат. Потому что мы сейчас будем с демоном этим бегать. Хотя ладно, мне хватит скорости. Ну что, давайте тогда, я думаю, на этом с вами... Или да пройти эту игру. Ну ладно, давайте как первый взгляд просто. Если получится, то буду ее допроходить. Первое впечатление. В принципе, игра снова же сделана в довольно странном стиле, да? Ну, в комиксах, вот этот 3D комикс. Давайте сразу плюсы. Какие-то необязательные собираемые предметы. Может, с этого что-то можно будет получить как бонус. Особенно вот это вот остается секретом, что это, потому что у нас ни одного ключа нету. Это пускай будет плюс. И, в принципе, все. Пока что я ничего больше отметить не могу. Ну ладно, можно еще немного разнообразия уровней в плане того, что земля... Хотя... Не, он бегает так же, как и там. То есть чернила, они не замедляют меня. Тогда один плюс это... собираемые предметы. Давайте к минусам. Минус. Однотипность. В плане того, что мы собираем, мы делаем одно и то же, мы просто собираем вещи. Второй минус, когда мы собираем последний предмет, за нами активно бежит
преследователь. Активно он знает, где мы. Даже если он где-то хер знает где, в другой стороне карты, а мы в другой, он прибежит и в этот угол, где мы, и пытается нас поймать. А если, допустим, вот закрытая территория, у меня нету скорости. Это как раз третий минус. Скорость. Нах, она нужна. Да, типа ограничение, чтобы было немного сложно. Но закончится у вас бег. Вы в какой-то жопе сидите в этой сраной туалетной коробке. Предметы все собраны, вот просто момент. Все предметы собраны, вы в туалетной коробке. Энергии у вас нету. Вы выходите, враг знает, где вы от него не убежите, он вас по-любому ловит. Вы мертвы. Что мне дальше делать? Окей, давайте просто посмотрим, что будет, если меня словят. День 7, левел N. Заметьте, что это теперь не чернильное. Кто? Кто будет? Чернильный демон снова. А, ну в принципе он нас просто ловит. Нихуя себе. И мы появляемся на левеле. Я только не помню. То есть здесь все рандомизировано, видите? То есть уровень никогда не повторяется. Но не значит ли это тогда, что он просто бесконечный? Подожди, после смерти нас откидут на уровень обратно? Вот это сейчас очень интересно. Я могу откатиться с самого начала, так? День 7. Если будет день 7, значит здесь больше ничего. Да. Прикиньте. То есть вы постоянно можете вздыхать, чтобы у вас была хорошая генерация. А давайте как раз как он меня убьет. Смерть одинаковая. Ну что, в принципе, день это просто число уровней, которые мы прошли. Все уровни генерируются. То есть вот я появился, у нас чисто три предмета в начале. Я их быстро собираю, да? И я выиграл уровень. То есть здесь все идет на генерацию. Ну что, это считайте тоже минус, то что уровни можно сгенерировать самому. Итого у нас лишь один плюс на дохера минусов. Ну я надеюсь, разработчики будут дорабатывать немного эту игру, так как это недавно она вышла, как недавно. Сейчас посмотрим. А нет, смотрите, она разрабатывалась с 17 по 20. Но все равно это типа... А, подожди, а я сначала сам... Нет. О, Кость.
Вот она. То есть мы... И немного дома улучшается. Ну, в принципе, вы поняли. Поэтому давайте на этом заканчивать, ребят. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, всем пока.